Потяшина вышла на связь. Челнинские бизнесмены уже давно просили главу Роспотребнадзора Татарстана ответить на их наболевшие вопросы. И сегодня диалог состоялся. Главный санитарный врач республики уверила, введение в республике новых ограничений было вынужденной мерой. Наблюдаемый в регионе почти 30% прирост заболеваемости COVID-19 сможет исправить только вакцинация. Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Татарстана, непривитых сотрудников предприятия должны будут временно отстранить от работы. Но многие из них по-прежнему отказывают делать прививку, загоняя работодателей в тупик. Марина Потяшина видит два выхода из ситуации. Лица, кто отказывается от вакцинации на период их неблагополучия, то есть на период действия постановления об обязательной вакцинации, они должны быть отстранены либо переведены, если есть возможность, на дистанционную работу. Глава Роспотребнадзора пообещала, что порекомендует оперативному штабу республики не закрывать полностью торговые центры с 30 октября по 7 ноября. Но вход в них по-прежнему будет разрешен только по QR-кодам. При этом она добавила, что эта мера достаточна, чтобы снизить риски заражений в торговых центрах.